Православный календарь. Седмица десятая по Пятидесятнице. 22 августа. Понедельник. День апостола Матфея. 23 августа. Вторник. День блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого Калужского. 24 августа. Среда. День мученика архидиакона Евпла. 25 августа. Четверг. День мучеников Фотия и Аникиты и многих с ними. 26 августа. Пятница. День отдания праздника Преображения Господня. Второе обретение мощей святого Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца. 27 августа. Суббота. День предпраздництва Успения Пресвятой Богородицы. Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского. 28 августа. Воскресенье. День Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Православный телеканал «Добро ТВ» желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. Увидимся на следующей неделе.